вечера. О главных событиях уходящей пятницы рассказывают корреспонденты «Хабар-24» в студии Птагус Саркова. В Туркестанской области вынесен приговор по резонансному делу. Бывшего чиновника и его сообщников осудили за покушение на убийство журналиста. В числе главных фигурантов дела экс-глава отдела образования Сарагашского района. Как оказалось, чиновник заплатил киллерам 5 миллионов тенге за убийство редактора местной газеты. Мотивом преступления стал негативный материал. В итоге заказчику покушения и посреднику суд назначил по 11 лет лишения свободы. Исполнителей приговорили к 12 и 13 годам. Отбывать свои сроки осужденные будут в колонии максимальной безопасности. Напомню, в январе в регионе было совершено покушение на журналиста Амангельда Батырбекова. По нему открыли стрельбу из ружья. Сам он не пострадал, ранение получил его сын. Киллеров задержали сразу. Суд принял решение назначить отбывать наказание Марихову Бауржану Курбаналиевичу в колонии максимальной безопасности, начать отсчет срока наказания с 20 января 2022 года. Суд также назначил отбывать наказание Молдакужаеву Сабыркожа Мураткужаевичу в колонии максимальной безопасности с началом отсчета срока наказания с 19 января 2022 года. И новые подробности по делу о нападении на офис редакции «Ель-Медиа» в Алматы. МВД ищет организаторов и соучастников преступлений. Пока задержаны двое. Их подозревают в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. Они угрожали, были попытки хулиганских действий, в результате чего повреждено имущество редакции «Ель-Медиа» и «Орда-КЗ». Преступления квалифицированы по 3 статьям Уголовного кодекса. Ранее расследовать эти случаи поручил президент. Тревога оказалась ложной. Саперы не нашли ничего подозрительного в двух алматинских школах, откуда сегодня эвакуировали детей. Неизвестные сообщили о заложенных в них взрывных устройствах. Территорию школ оцепили, все обыскали, но ничего не нашли. Теперь информаторам грозит уголовная ответственность. Их личности сейчас устанавливают. До 2 увеличилось число погибших в ДТП с автобусами в Караганде. В больнице от полученных травм скончалась 19-летняя пассажирка. Напомню, на месте происшествия погиб один из водителей. 18 человек с травмами госпитализировали. Четверо были в тяжелом состоянии. Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Из-за бурана и сильного ветра на востоке Казахстана пришлось закрыть несколько дорог, ведущих из областного центра в направлении сел Северное и Новотроицкое. Жители региона в эти дни просят воздержаться от дальних поездок, если в них нет острой необходимости. Несколько школ с обеда перешли на дистанционное обучение. На круглосуточный режим работы перешли коммунальные службы Костанай. В ближайшие 3 дня им обеспечен большой фронт работы. Только за прошлую ночь выпала почти месячная норма снега – 18 сантиметров. Сейчас на его уборку задействовали около 130 единиц техники. Сотрудники будут работать сменами, чтобы не останавливать процесс. При этом в Акимате отметили очистка дворов многоэтажек – это зона ответственности КСК и ОСИ. Услуги такси, отмечают жители, подорожали в 6 раз. На круглосуточный режим работы мы перешли. В первую очередь мы очищаем дороги первой категории, магистральные, так сказать, улицы, на которых ходит пассажирский транспорт и так далее, и подъездные пути к социальным объектам. Далее мы переходим к второй категории, то есть и третья категория, это где частный сектор. За 2-3 дня мы с первых категорий улиц снег полностью вывезем. Непогода и в Астане. Около 2500 человек задействовали в уборке улиц в столице. Только прошлой ночью на полигоны вывезли почти 200 тысяч кубометров снега. Сабина Балашкина продолжит тему. Ни бурана, ни мороза не способны замедлить этот процесс. Одни сметают, другие собирают в кучу, третьи грузят и затем вывозят на полигоны выпавшие за день или за ночь снег. Работают коммунальщики круглые сутки. 5000 кубометров вывезли только за последние 24 часа. За город и обратно грузовики возвращались больше 500 раз. Подготовки зимнего периода 2022-2023 годов было сформировано 16 маршрутов подметания. Значит, по Исильскому району 7 маршрутов, по Алматинскому району 5 маршрутов, по районам
Байхонур и Сарыха по два маршрута подметания. Снег, конечно, не прекращается, но стараемся максимально обеспечить проезд. Две смены работает больше 2500 рабочих. В уборке снега задействовали свыше 1000 единиц спецтехники. Под этой организацией осуществляется уборка тротуаров с научной карманой. И людям создаем удобство для передвижения, также для автотранспортных средств. Также мы осуществляем уборку, где расположены садики, школы, чтобы доступы было и заезды были протечены. Всего с начала зимы за пределы столицы уже вывезли около 200 тысяч кубометров снега. Это примерно 15 тысяч большегрузов, говорят коммунальщики. И это только начало. Сабина Балашкина, Хабар, 24. В Западо-Казахстанской области затруднено транспортное сообщение между поселками Жангала и Сайхан. Из-за плюсовой температуры дороги развезло. В результате машины буквально тонут в грязи. В этом году жителям этих поселков обещали отремонтировать 13 километров полотна. Но по факту отремонтировали вдвое меньше. Погода в регионе последние несколько дней преподносит сюрпризы. Дождь сменяется снегом и наоборот. Из-за осадков дороги никогда не видишь, и асфальта превращаются в непроходимое препятствие. Далеко не каждому автомобилисту удается преодолеть его самостоятельно. Нужна помощь. А вот если медицинская помощь понадобится кому-то из жителей близлежащих округов, бригады медиков могут и не добраться, сетуют сельчане. В дождь и снег мы увязаем в грязи. Приходится вызывать трактор. Все мы болеем. В поликлинику районную не можем попасть. Ремонтные работы начались в прошлом году. Завершиться они должны в 2024. Сельчане сомневаются, успеют ли дорожники к намеченному сроку. Ведь проложили всего 8 километров из 70. Столь медленный темп работ ЖКХ объяснили нехваткой материалов. В области образовался дефицит строительных материалов. Битум привозят из Мангыстауской области. Сейчас достигнуто соглашение по доставке материала из России. Но за год проложить 60 километров асфальта уже не получится. Когда завершатся дорожные работы, запланированные на два ближайших года, неизвестно. Вдобавок специалистами выявлены технологические нарушения. Из 102 отобранных образцов 12% не соответствовали требованиям. Выявлены дефекты, мы отправили предписание заказчику. В разработке проектно-сметная документация на реконструкцию дороги от села Жанаказан до Бесены. На следующий год, как будет проведена государственная экспертиза, будут рассмотрены источники финансирования. А отрезок от Бесены до села Сайхин включен в ремонт одного из участков республиканской трассы. Россатканова, Бладжерлгаз, Фельдара Юпов, Хабар 24, Западно-Казахстанская область. О проблемах с хранением и отгрузкой сжиженного газа заявили на Атрауском нефтеперерабатывающем заводе, где почти месяц проводили ремонт. С 22 ноября предприятие работает на полную мощность. В сутки производят 800 тонн сжиженного газа. Практически на этот же объем и рассчитаны склады. Если своевременно не вывозить продукцию, хранить ее попросту негде, отмечают специалисты. Транспортировкой газа занимаются больше 10 компаний, заключивших договоры с заводом, но перевозят его они только автовозами, и это замедляет процесс. Тем временем в трех западных регионах страны не хватает автомобильного газа. Сейчас у меня находится 650 тонн в наличии, и свободное место всего 150. Это на 3-4 часа работы всего. Если угроза сбоя всегда существует. Но пока мы идем в ритме, если мы не сможем обеспечить дополнительное количество места для сжиженного газа, мне придется снижать производительность своих установок, ну и, соответственно, производственный план уменьшится не только по сжиженному газу, но и по бензину, и по дизельному топливу. Между тем, эксперт в нефтегазовой отрасли Ульжас Байдельдинов считает, что дефицит топлива в Казахстане может стать хроническим. Ситуация с его нехваткой, по словам эксперта, повторяется несколько раз в год. Из-за низкой стоимости спрос продолжает расти. Причина кроется в госрегулировании цен на этот вид сырья. Именно эта мера приводит к постоянному дефициту. По мнению Байдельдинова, нужна топливная конкуренция. Потребление, которое есть в нашей стране, он ежегодно растет, потому что межтопливная конкуренция сейчас, она дисбалансирована. А, как правило, сжиженный газ стоит примерно на 20-30% дешевле, чем бензин. Когда этот ресурс кратно дешевле бензина, естественно, все начинают переходить на него. Долгие годы сдерживания цен на этот ресурс, на этот вид топлива, привели к тому, что кратно выросло его потребление.
А вот как ситуацию в Атырау прокомментировали в Казмунайгазе. Пресс-служба заявила, что проблемных вопросов нет. Ведется работа с Министерством энергетики и акиматами трех западных областей. Они помогают вывозить топливо. И вот дословно. В настоящее время отгрузка сжиженного углеводородного газа с ТО «Парк хранения сжиженного газа» осуществляется автомобильным транспортом. Работа парка организована в усиленном режиме. За 24 ноября отгружено 738 тонн сжиженного углеводородного газа для западного региона. Производство и отгрузка дизельного топлива с АНПЗ за прошедшие сутки составили 1476 тонн и 1220 тонн соответственно. Проблемных вопросов по отгрузке ЖД транспорта не имеется. Другим темам. 13-ю пенсию и снижение пенсионного возраста до 58 лет обещают авторы новых фейков в социальных сетях. Их опровергли в Минтруда. В ведомстве призвали казахстанцев доверять только официальным источникам информации и напомнили, что за распространение ложных сведений по закону грозит ответственность. Информация не соответствует действительности. Напоминаем, в соответствии с решением главы государства, озвученным в послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года будет приостановлено поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года сроком на 5 лет. Больше 8 миллионов единиц имущества за последние два года конфисковали в пользу государства. Их общая стоимость около 6 миллиардов тенге. И это только по судебным делам должников. Речь идет о недвижимости, транспорте, оргтехнике и нефтепродуктах. Об этом рассказал вице-министр финансов Даурен Тимирбеков на отчетной встрече с жителями Алматы. Конфискованное имущество возвращено в госсобственность. Также государству вернули незаконно отчужденные активы. Так, как отметил Тимирбеков, не все имущество будет реализовано. Бывают случаи, когда целесообразнее оставить его государству. А если нет в нем необходимости, его продают или уничтожают. Что касается громких имен, наверняка вы уже слышали. Это вот банк «Казахбанк» в прошлом году был. Также по букмекерской конторе «Олимп» имущество также было конфисковано. Теперь, что касается возврата, что возвращено? Возвращено 10 акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью. Также возвращены недвижимые имущества, также и денежные средства. Цель комиссии, миссия – это выявить тех предприятий, которые используют свое доминирующее положение в неправовом поле. Арендаторы школьных столовых просят запретить детям брать еду с собой. Аргументируя это тем, что ответственность за чужую продукцию они нести не хотят. Это их реакция на новые правила организации школьного питания, разработанные Министерством просвещения. Кроме того, они высказали опасения, что это создаст условия для травли и буллинга. Министерство просвещения неоднократно поступали обращения родителей, детей именно касательно этого вопроса. Здесь больше упор идет на то, чтобы дети могли приносить еду из дома, употреблять ее в школе. Касается это детей тех, у кого по состоянию здоровья необходимо соблюдать определенную диету в большей степени. Также планируется в данные правила введение нормы, где детям будет разрешено приносить с собой домашнюю еду, и предполагается оборудование мест для принятия пищи. При этом стоимость школьных обедов дороже, чем в других столовых. В 750 тенге обходится один ученический обед в Алматы и Акмолинской области. Это самая дорогая цена. В среднем по стране она составляет 566 тенге. Дешевле купить булочку в магазине, говорят родители. Но не только их не устраивает стоимость обедов, арендаторов тоже. Они просят разрешить им поднять цены до 1000 тенге. Теперь о событиях в мире. В Германии активисты Greenpeace протестуют против Amazon, крупнейшего в мире интернет-ритейлера. Дело в том, что Amazon
в числе многих компаний проводит «Черную пятницу», день, с которого начинается сезон распродаж. По словам активистов Международной экологической организации, компании-гиганты тем самым поощряют чрезмерное потребление, а значит, служат катализатором климатического кризиса. В скидочные дни корпорации зарабатывают огромные суммы в ущерб экологическому состоянию планеты. Нам известно о том, что 90% потерь биоразнообразия и более 50% выбросов парниковых газов вызваны чрезмерным использованием ресурсов. То, что делает Амазон, это радикальная эксплуатация нашей планеты. Президент США Джо Байден вновь призвал запретить продажу полуавтоматического оружия в стране. А в России участились преступления, совершенные с применением оружия и взрывчатых веществ. Чем вызван оружейный бум в Восточной Европе и почему в Швейцарии один из самых низких уровней насилия, расскажем в следующем материале. В США в этом году произошло более 600 случаев массовых расстрелов. Погибли 40 тысяч человек. Такие данные представила некоммерческая организация Gun Violence Archive. Для сравнения, в 2014 этот показатель был вдвое меньше. Но печальная статистика не пугает многих американцев. Так в Орегоне противники нового закона об ужесточении контроля над оружием подали ходатайство в суд. Они требуют не принимать норму, согласно которой жителям штата понадобится разрешение на покупку ружья. Власти также намерены запретить пользоваться обоймами емкостью больше 10 патронов. Запрет на использование таких обоим вряд ли снизит количество преступлений. Наоборот, единственное, что гарантирует исполнение запрета, это то, что у преступника с таким оружием будет преимущество перед законопослушным гражданином. На фоне недавних перестрелок в Колорадо и Виргинии президент страны Джо Байден вновь затронул вопрос о принятии мер, касающихся так называемых красных флажков. Они предусматривают временное изъятие оружия у людей, которых относят к опасным. Мы не принимали законы о красных флажках. Это имеет большое значение. Мера могла бы спасти жизни. Это, во-первых. Во-вторых, неправильно то, что мы до сих пор разрешаем покупать полуавтоматическое оружие. Ни одной разумной причины, кроме прибыли, для оружейников. Ситуация в Украине вызвала бум в оружейной индустрии Европы. Производители штампуют ружья и снаряды темпами, невиданными со времен холодной войны, пишет Reuters. В сектор инвестируются миллиарды долларов. Тем не менее, в ЕС уже предлагали изменить правила по ввозу и транзиту огнестрельного оружия, используемого гражданами. Норма призвана усилить борьбу с незаконным оборотом. Организованные преступные группы становятся более жестокими, а насилие более смертоносным. Это угроза нашей безопасности и обществу. Мы должны бороться с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Вернемся в Казахстан. Нерабочие эскалаторы, замершие часы и разбитые уборные. Жители Астаны обеспокоены состоянием старого железнодорожного вокзала. Ремонт там не проводили почти 20 лет. В итоге объект, который должен быть визитной карточкой столицы, находится в неприглядном состоянии. Рауль Габитов разбирался, почему. Старый вокзал Астаны. Каждый день сюда съезжаются десятки поездов. Со всех уголков страны едут тысячи людей. Но первое, что они видят в столице, эскалаторы, оцепленные красной лентой. И так уже больше полугода. Чемоданами неудобно по этим, по лестнице. Пускай руководство что-нибудь сделает, чтобы для пассажира было удобно. Я часто езжу на поезде, так как работаю вахтовым методом, поэтому заметил, что эскалаторы не работают достаточно давно. Наверное, нет запчастей, чтобы починить. Нам, пожилым людям, тяжело подниматься и спускаться пешком, еще и с тяжелыми сумками. Хотелось бы, чтобы эскалаторы привели в порядок. Есть проблема и с общественными туалетами. Вопрос вызывает их общее состояние. Это разбитые двери и отталкивающий запах. Да и внешний вокзал выглядит так, словно время здесь давно остановилось во всех смыслах. Судя по внешнему виду этих часов и потому, что они начали ржаветь, за ними не ухаживали со времен открытия вокзала. Кстати, они не работают, причем уже очень давно. Время остановилось на половине третьего. Кажется, они совсем никому не нужны, ведь поломку до сих пор не исправили. Комментировать что-то на камеру представители администрации вокзала почему-то отказались. Поэтому мы скрываем их лица. По их словам, все 10 эскалаторов остановили после того, как был расторгнут договор с обслуживающей компанией. Она, считают сотрудники вокзала, недобросовестно относилась к своим обязательствам. В связи с тем, что
эскалаторы – это опасный для жизни подъемный механизм. Эксплуатировать в отсутствии специально обученного персонала, механиков по эскалаторам мы не имеем права. Поэтому они у нас стоят. На данное время заключен договор с подрядной организацией, как буквально на завтра, на послезавтра намечен уже ремонт 4 эскалаторов. Последний раз вокзал проходил реконструкцию в 2004 году. Здание за это время заметно устарело. Поэтому сейчас тут готовятся к новому ремонту. На 23-24 год у нас планируется проведение капитального ремонта вокзала Астана. То есть сейчас проводятся все работы, составляется сметная документация. И, соответственно, 23-24 год это планируемая работа по проведению именно капитального ремонта всего вокзала. Да. Обновленный вокзал, судя по всему, будет без внешних часов. Те ржавые, о которых мы рассказывали, планируют демонтировать. Дизайнеры уже думают, чем их заменить. Рауль Габитов, Наурзбай Курмангазы, Хабар 24. И о хорошем завершении выпуска. В Кызылорде отмечают 75-летие известного поэта и драматурга Иранбека Оразбаева. Лауреат премии «Платиновый тарлан» широко известен стране под псевдонимом Иран Гаиб. Накануне в областном музыкальном драмтеатре состоялась премьера его саги «Мәңгілік елдің алтын адамы» и творческий вечер. Тему продолжит моя коллега Райхан Тажибаева. История противостояния двух батыров заканчивается гибелью одного из них. Неизбежное кровопролитие предотвращает старейшина народа. Мать Хазна, драматическая сага «Мәңгілік елдің алтын адамы» впервые была представлена кызылординскому зрителю. После спектакля автора юбиляра от имени председателя Сената парламента Маулена Шымбаева поздравил аким области Нурбек Налибаев и вручил писателю почетную грамоту. Вы стали учителем для целой эпохи поэтов. На ваших произведениях выросло не одно поколение казахстанцев. Как писателя, ваш вклад в национальную драматургию неоценим, как и во всемирную национальную литературу. Я поздравляю вас с 75-летием и успешной премьерой. 53 пьесы и 14 опубликованных книг. «Заклятие Корхыта», «Сердце поет», «Глаза ночи» и десятки других произведений. Труды, сошедшие с пера Иранбека Абитаевича, стали национальным достоянием казахстанцев. Турмагамбет, Ходжа Ахмет Ясуи, Абай, Кунанбай, Естай. Его произведения – это шедевры, которые сделали наше культурное и духовное наследие богаче. Несмотря на возраст, творческих сил у Иранбека Абитаевича хватает, чтобы дарить своим поклонникам новые шедевры. Часть из них драматург и поэт представил на юбилейном творческом вечере. Райхан Ташубаев, Альхайдар Турлханов, Кызылординская область, Хабар 24. К этому часу у нас все. Всего доброго и хороших выходных.